О, какая штука. Что там? Видно, о чем все? Там, короче, всякая фигня. Вот, красивая такая штука будет делать нам холодно. Вот, а там другая штука будет делать нам тепло. Право, правда. Но, в принципе, хорошо. I like it. Сейчас пойдем гулять. Ура, гулять. Чё ты хочешь? Снимаем лето. Ты же хотел, чтобы я лето снимал? Это вопрос. А, это был, а это ответ. А что ты делаешь, Настенька? Не надо вот это вот, не надо вот мне на стекла тут. Вот. А там барбекюшницу выкинули. Ай, Настя, красавица. Белая, белая. Нет, уже не очень белая. Кира, да. У меня были такие, есть они как тут, ага. Были маленькие, хотя тут налить. Нет, у нас у тебя портфеля нет, у нас в этом смысле нет. У нас крывание есть. Ну, сейчас тебе тетя рассказывает про свой энкаунтер с Веном. Жизнь тяжелая. Давно. Мы вчера ездили, там было 20 кольцев, 20 пить. А? У нас нельзя. Давай пойдем посередине. Магазин очкариков у нас есть? Магазин для очкариков? Чиноспицы, это все нормально. Ну да, Баскин Роббинс, Чиноспицы. We miss you. А we don't. No, we don't. I don't think they even, I don't even think they miss us much. And we don't. Пойдем, впрочем, да, боль. Но сейчас, как бы в параллельной реальности, это все должно было быть забито машинами. Да. Круто. Mm-hmm. А вот некоторые люди так и не умеют правильно парковаться. Даже пустую парковку дали. На, паркуйся, тренируйся. Блин, нет, не буду. Даже ушки поджал, стыдно ему. Знак поставить, типа, you're on camera. Is that even legal? Smile, you're on One, camera. One, two, three, four, five. Okay. Poor kids. Three men, two girls. Coronavirus regulations. You should be free, free on free. Coronavirus regulation authorities. Report that. reporting. Вон там собачку же лежит. Officially reported. Your request is very important to us. Please hold on while we trying to ignore you. Try to set an equilibrium. О, народ с мотоциклом туда заезжает, нормально. Как ты на бикарде? Ну вот что ты мне видео испортил? Я что сказал? Вообще. А ты еще уже допила свой, да? Да, напила. Не, ну, Саша, ну если ты не хочешь, то ты не мучайся. Я могу выпить быстро и запросто. Ты? I don't get brain fog. Извини, у нас кучер катался на печати. I don't like it. Мы договаривались вот так. Пруф. Вот сейчас пруф есть, что не договаривались. Он записывает. Я зайду в Сашин сорчинск. Там ты найдешь только это, oh no. Please help me read, because I want to go to Unity, but mom asked me to, and I have no choice. Ну, тебе вот тут. Excuse me. Ты знаешь, как люди убирают эти волосы в своих носок? Да. Не знаю. Я тоже не знаю. Ну, наверное, такой машинка. Нет, просто беру какой-то такие туфпекс. Но ставят там какой-то клей. Это больно. Это очень. Они воск ставят. Да, помню. Это больно. Ясно. Что тут? Я могу эти всякие штуки. Угу. Боже мой. Футбол ребенок не зашивет. Он кряка. Смотри, за камнем спрятался. Привет, утка. Она не может спать, она только половину мозга. С
спит. Она вообще не спит, что ли, никогда? Она половина мозг просто спит, а другая работает. Серьезно? А как, вообще ни разу не отрубается, что ли? Нет. А если это, пиво выпить? Маленькие могут отрубаться. А, да. А что вода в другую сторону течет? Чего? Ну, туда течет. Да, ну, попробуй туда. Они так расчистили, что вода уже не знает, куда течь. Перепутала. Она, кажется, я в ту сторону. Там она сюда, а сюда, здесь туда. Просто ветер дует, так дует. Не-не-не, она там собирается сейчас, будет там увеличиваться. Один. Саша, кто больше? Один. Она что-то в эту сторону? Не, она просто ветер дует. Куда она стекла раньше? Да, потестируем, вот руку, то пальку, туда вот. Ага, а если ветер дует, она в другую сторону потечет. Вот смотри, Саш, вон, видишь, ручеечек, она течет. А с чего вы взяли, что там оно течет? Она же идет вверх. Okay. I didn't know. I told him in the morning, I'm going anyways by myself. Mm-hmm. So you can go, right? Yeah, let me know if you want to come. Mm-hmm.